Приветствую всех на канале VGames, и у нас турниры Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. На этот раз у нас будет турнир за Сая. Выбираем костюм Великая Война Ниндзя. И первый противник, с которым мы будем сражаться в обязательном порядке, это его начальник, скажем так, босс Шимура Данзо, потому что Сай был в корне Анбу под Конохой, и Данзо руководил этим корнем. Так... В дальнейшем будем сражаться против спаймера Дейдеры, потому что во время Великой Войны Шиноби Сай сражался против него. И поставим товарища, с которым Сай пытался подружиться, найти общий язык и член по команде, скажем так, Наруто Узумаки. Что ж, вот у нас получается два поединка будет. Все меня устраивает, начинаем. Первый бой против босса. Ну давайте... Блин, ладно. Где же будем сражаться? Хотел с Конохи, но вспоминаем о Дайдаре, и там уже в Конохе не посражаешься. Это будет как-то нелогично. Ладно, давайте на локации Лес Тихого Движения. Что ж, ребята, поставьте лайк, если вы это еще не сделали. А мы начинаем драться с Шимура Данзо. Так, у нас что получается, Сай, с тобой? У нас обычные атаки, или мы... Спамим как Дейдера. Нет, мы не спамим как Дейдера и Темари. Подмены я не буду стараться делать, чтобы было интереснее. Будем смотреть комбинации противников параллельно. Но если будет опасная ситуация, то придется, конечно же, выпутываться. Угу. Искусство ниндзя. Нарисованные звери. Как было бы в аниме, где я смотрел в озвучке. А тут в освобождении или не в освобождении. Свиток супербестий. Супербестий. Так, смотрите-ка. Он нас уже сильно побил. Надо его побить. Пробуждение, возможно, уже сделать. Верхняя комбо. Данзо, чё ты такой мощный? Да дай-то я сделаю свиток супербестий. Тебе что, жалко, что ли? Хорошо. Первый раунд ты выиграл, Данзо, так уж и быть. Как тебе усиленный свиток, супербестий? Да сделай ты захват, Сай. Вот хочу это сделать, попробовать комбо, что будет. Увернулся. Отлично. Покусали, побили его. Нижняя комбо, нарисованная птица и все. Искусство ниндзя. Так, давайте сейчас попробуем сделать прямое комбо. Зачем ты мне сделал прорыв? Так, прямое комбо. Маленькими птицами стреляет. Прикол. Сейчас я сделаю воздушное еще раз. Захват надо сделать. А, я успел раньше. Вперед, нарисованные звери, кричит. Ха, теперь ты. Ладненько. Данзо, блин, хватит мне дэшить, пожалуйста. Я просто уже хочу тебя побить и сделать ультимейт дюцу. И мы туда... А, все правильно, полетели туда. Дело сначала не в ту сторону, но в итоге мы полетели туда, куда надо. Я уже понял, что чувства могут сделать меня сильнее. Сай сказал нам Шимура Данзо. Завершающий фактор был особенный, сразу говорю.
Конечно, мы ждали от тебя большего, с учетом того, что ты наш начальник. Руководитель Анбу. Слабенький ты, конечно, Данзо. Так, ну смотрим, Дейдара или Наруто. Ну, по идее, должен победить Наруто, но может из-за спама победить Дейдара. Хорошо, для меня это в радость, потому что можно будет увидеть еще один связанный завершающий фактор. Ну что, Дейдара, ты готов? А, он же будет спамить, точно! Я забыл. Так, здесь мы попробуем сделать пробуждение в этом раунде. Давай, кидай ты свою сову в меня. Мне, в принципе, норм, что у меня хп тратится. Мне так и надо. Слабенькие или звери у тебя, Сай? Чернила. Ты фигово рисуешь, они исчезают, не долетая до цели. Не добегая. Так. Ну, ты все, Дейдара, уже все подмены доделал. Так, теперь надо поддаться немножко желтоволосому спамеру, чтобы мы сделали пробуждение. Я тоже умею, только я рисую, а не взрываю. Искусство — это не только взрывы, Дейдера. Это еще и рисунки. Давай, Дейдара, ты почти закончил со мной. Почти дал сделать пробуждение. Я хотел захват сделать. Какой? Какой список комбинаций? Геймпад, ты что, дурак, что ли? Так, у меня немножко геймпад заклинил, залагал. Успел, успел. Искусство ниндзя, свиток супербестия, кулак Альфа и Омега. Вот это прикол. Вот это хорошо было. Я не помню, в каком эпизоде он это делал в аниме. Но это было на Великой войне, наверное, все-таки. Гигантов вот этих призывал. Нету мозга. О, хорошо. Ксуге. Займитесь им. Все отлично. Дейдара, поднимись. Ты шо, пьяный? Он что, залагал? Смотрите. Он не хочет подниматься. Вот это да. А нет. Отлагал. Что-то он, походу, уснул. Дейдара, тебе нормально? Нормально. Почему я не могу сделать пробуждение? Дайте мне сделать пробуждение. Но все равно его делать не буду. Черная Нига! Так, запрет с пробуждения снимается. Нормально, вот это было реалистично. Он просто взял, подорвал меня, и я типа умер. Дейдера, последний раунд, решающий. А так. Ого, вот это воздушная комбо я и хотел сделать. Вот это то, что я и хотел. Полетать на птичке огромной. Делаешь ускорение и все. И персонаж игнорирует весь урон. Дейдера, полетаем? Как он пытался вернуться. У меня тоже есть сердце. Я больше не буду сдерживать свой гнев. Вот так, завершающий фактор. Очередной связной. Связанный, я рад. Потому что мы, во-первых, победили. А во-вторых, мы увидели все факторы особенные за Сая. Тут же ранг Б, получше, конечно, но я поддавался как мог. И вот так у нас получается, что финалист у нас Сай.
Первое место Сай, второе место Дейдера, третьи места разделяют Данзо и Наруто. Очень интересно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, как вам персонаж Сай. И увидимся в следующих видео. Всем пока.